Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео я сделаю обзор настоящего кукурузного бурбона или кукурузный самогон, настоянный на дубовой щепе. И вот такой элегантный напиток. Это виски Коннемара, пятилетний, скорее всего. Я читал об этом виски все, что мог найти в интернете, но уже забыл. Этот виски характерен тем, что при его изготовлении используется солод, который был высушен на торфе, поэтому у него очень характерный аромат торфа. Здесь у меня налит мой домашний кукурузный самогон, а здесь я наливаю вискарик. Эта бутылочка мне попала очень удивительным образом, поэтому я с удовольствием сделаю обзор. Цвет. Надо налить побольше, чтобы можно было адекватно оценивать. Мой кукурузный самогон настаивался на дубовой щепе 1,5 года. И самому самогону, конечно же, 1,5 года. Сейчас. Ссылочку будешь. По цвету еле-еле отличие, мой немножко темнее, чем настоящий виски. Как сделать обалденный вкусный кукурузный самогон? Ссылочка вот здесь вверху. Приступаю к дегустации. Аромат. Очень характерный, сильный, но в то же время нежный аромат кукурузного спирта. Классный, такой ни с чем не сравнимый. Нотки сладости, потому что уже достаточно давно самогон стоит на щепе. Сколько сыпать щепы? Здесь 5 грамм щепы на 1 литр. Аромат очень обалденный и классный. Это настоящий односолодовый кукурузный виски. А как пахнет настоящий вискарик Коннемара? Аромат самой кукурузы намного тоньше, но очень сильные нотки именно вот этого торфа. Если сказать, на что это похоже на настоящий березовый деготь или на ихтиоловую мазь, в которой этот деготь присутствует. Сначала немного недоумения, почему такой сильный аромат именно дегтя и зачем он здесь нужен. Но я думаю, об этом мы узнаем, когда попробуем. Приятное ощущение, именно вкус кукурузы. Кстати, по крепости моего домашнего кукурузного бурбончика односолодового 40 градусов, ровно столько, сколько и виски. Для того, чтобы сравнительная дегустация прошла на высшем уровне, я хочу изначально замерить, какой же крепости вот этот ирландский односолодовый виски. 20,8. 40-градусный на 41. А от 40 до 70 на 40. И маленькая там, даже не 40,5. Теперь этот разбавленный напиточек отдохнет дней 10-15, и потом попробуем. Пьется очень приятно, мягко, никакая закуска, на мой взгляд, сюда не нужна. Хорошее мягкое послевкусие, и даже я бы никогда в жизни не сказал, что это кукурузный самогон, сделанный на самом примитивном самогонном аппарате, без колонн, без всего. Теперь виски. Ощущение такое, что немного мягче он заходит, сам напиток, как будто бы у него больше сладости. Но, скорее всего, это связано с тем, что сам этот вискарик уже в бочке настаивался, я думаю, не меньше 5 лет. И за 5 лет все процессы, какие должны были произойти, ферментации, окисления, они дали свой результат и дали вот такой более мягкий вкус. Но здесь еще все-таки присутствует вот эта характерная дымная нотка торфа. Когда уже глотнул напиток, уже аромат не такой ядреный. Но в то же время напиток очень своеобразный.
Я не скажу, что это напиток на любителя, это просто такие свойства именно у этого сорта виски. И тот напиток пьется одинаково легко, но для того, чтобы почувствовать, я думаю, нужно еще раз глотнуть этого вискарика. Вот когда после коннемары я делал глоточек этого домашнего бурбона, вкус слышно намного более резкий, и уже проявляются небольшие нотки самогона. Ну как самогона, это просто то, что видно, что напиток не куплен в магазине, а сделан своими руками. Когда я не сравнивал, этот напиток казался мне просто верхом совершенства. Я уверен, что если мой кукурузный самогончик будет стоять на щепе целых 5 лет, он будет совершенно другого качества, и это будет просто объедение. По шарам уже дало классно. Хорошая дегустация, мне нравится. Напитки обалденные. Итак, какой я могу сделать вывод? Друзья, я постоянно работаю на старом дедовском самогонном аппарате. Я сознательно не вкладываю финансы для того, чтобы купить что-то дорогое и ценное, потому что напиток для меня важен именно, чтобы просто он подчеркивал еду. Поэтому я не продаю самогон, и мне не нужен очень дорогой самогонный аппарат. И самый большой спортивный интерес у меня вызывает именно возможность и желание сделать качественный напиток на простом оборудовании без дополнительных финансовых средств. Поэтому если по дегустации вот этих двух напитков, я, конечно же, говорю, да, у этого напитка есть небольшие огрехи, но если пройдет 5 лет, язычок уже заплетается, я думаю, будет напиток классный, поэтому меня все устраивает, очень нравится. Тем более, что я пробую настоящий односолодовый кукурузный вискарик первый раз в жизни. До этого я просто наслаждался своими напитками, но я не знал, насколько они хороши и такой ли у них вкус, какой должен быть у настоящего вискаря. Поэтому я попробовал, я очень доволен качеством своих напиточков. Друзья, смотрите ссылочка, как делать различные зерновые самогоны. Кукурузный, гречневый, ячменный, ржаной, пшеничный. Ссылочка вот здесь сверху. Вам я желаю приятного наслаждения напитками. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилась моя дегустация. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И помните, кухня – это самое спокойное место. Ну что? Мне удалось угадать, крепость точно такая же, как и у оригинального вискарика. Температура 25-23, то есть разница где-то 0,3 градуса.